Соответствовать тому уровню сервиса, который был представлен гостям во время проведения Олимпийских игр, такую задачу мэр поставил перед рестораторами. И специальные анкеты-опросники, уверен глава курорта, смотивируют руководителей кафе на то, чтобы держать марку. Требую, чтобы на самом деле мы раз и навсегда, значит, сделали так, чтобы в каждом ресторане, в каждом кафе обслуживающий персонал был гостеприимным и профессиональным. От этого зависит большой успех предприятия. В некоторых ресторанах, заметил Анатолий Пахомов, уровень подготовки официантов не соответствует требованиям курортного города. Помочь должны коллеги из самых престижных заведений общепита Сочи. Уже в ближайшее время официанты из небольших кафе отправятся туда на мастер-классы. Кроме того, Анатолий Пахомов порекомендовал рестораторам обратить внимание на план мероприятий города в списке более 300 событий. И каждому ресторану могут разработать спецпрограммы или меню для того, чтобы привлечь гостей. Там их подучат рассказывать.